одному парламенту в 93-м году. Да, я был одним из руководителей защиты Верховного Совета. Того Верховного Совета, расстрелу которого радовался господин Жириновский как, и господин когда? Явлинский. Рукоплескал. Зачем говорил, вы лжете, Бабурин? Говорил, зачем что лжете? Этих красных Явлинский, или розовых да. надо было, Явлинский, потому что я он этого никогда не говорил. Вы лжете, подлец, Бабурин. Успейте спать, господин Ельцин. Успейте импичмента. В вашем возрасте вредно так волноваться. Поправка. Ты дура, так, сюда Владимир Вашенин, уважаемый, Владимир Вашенин, уважаемые господа избиратели, Владимир Вашенин, слышали, убирайся отсюда вообще. Владимир Вольфович, да. Я не имею права вас улицы. Останавливать, но я прошу вас держать себя в руках. Не надо сюда приводить. Не я приводил. Базарных дел. Знаете что? Грязь это все. Владимир, знаете, я... Владимир Вольфович, время господина Бабурина. Разврат. Пусть заткнется. А вы, Бабурин, если еще раз сейчас скажете, время, что я хватит был за расстрел, господин Жириновский, вы декларацию приняли, вы 25 лет лжете на всю страну. А цик мне запрещает вмешиваться. 25 лет, вот я должен всю эту страну. Постыдитесь, я понимаю, что... Участники Слова 2 ведут себя приличнее, чем вы. Замолчи, замолчи, дура, замолчи. Владимир Вольфович, ну не оскорбляйте женщину. Ну если она тупая. Владимир Вольфович. Если мозгов нету. Ну началось. Вот видишь, вот идиотка, что, убери ее отсюда. Сергей Анатольевич, я не имею права. Сейчас идет время господина Бабурина. Я не имею права, это делает ЦИК. Черная грязь. Отвратительная баба! Блядь, последняя! Владимир Ульф, вот, а материться иначе? Нельзя! А как иначе? Нельзя! А как иначе? Успокойтесь! Кто мне дал право плескать водой? Я не давал! А я она? Беру ваши... Сумасшедшая! Ваши... Сумасшедшая Варуль. Дура! Как вы, у сумасшедшие Елинские! Один сумасшедший, и это дура! Вот поэтому вы Бабурин, находитесь на дебатах президентских! Народ выбирает себе! Главнокомандующего. Владимир, пожалуйста, ведите соответствие. Дайте сказать господину Бабурину. Уважайте его время. Говорить, что вот, лжет. Вот это вот лжет. Свара либеральных лжет. Демократов да. и западных демократов. Вот что нас ждет, если мы будем верить только на слово. Давайте проверим. А делало дело. Вот те обещания, которые много раз давались. Я могу сказать, что мне нечем стыдиться. Я никогда не нарушал своих обещаний. И я убежден, что мы возродим единую страну, возродим армию, возродим русский дух. У меня к вам большая просьба. Давайте все-таки придерживаться хотя бы элементарных приличий. Но избиратели, которые нас смотрят, слышат, девочка, слышат матерную брань, да. слышат оскорбления. Как бы вы ни относились друг к другу, да. пожалуйста, мы должны показывать, спорить, да, вы позицию, должны да. показывать пример, ну не только джентльмен, хотя бы достойного отношения друг к другу. Мы не можем Ругайтесь на глазах у всей страны время, устраивать такую. Счет. Так она влезает. И есть ЦИК. Она же влезла. Есть ЦИК. Вообще вас ЦИК не, не дает возможности ну, мне никуда вмешиваться, увы. Да, правильно. Поэтому здесь хозяева вы. Павел Спорим. Николаевич, 4 минуты 40 Давай. Секунд ваши.